Недавно я с удивлением узнала, что бытует такое мнение, будто горелофинские лайки плохо плавают. Это удивило меня чрезвычайно, поскольку все три мои собаки, которые у меня были, три горелофинских лайки, прекрасно плавали. Более того, они получали удовольствие от этого процесса. Собака, которую вы видите на экране, начала плавать в год. Не то чтобы она научилась, она просто поняла, что умеет это делать. Она часами не вылезала из воды, ловила пастью пузырики, ловила стрекоз, ловила водомеры. Этот процесс доставлял ей такое удовольствие, что я гораздо спокойнее чувствовала себя с ней на небольших реках типа Кершинца, нежели на Волге, когда она уплывала на фарватер. Я на берегу бегала и беспокоилась, как бы она не столкнулась с каким-нибудь теплоходом, проплывающим мимо. Я смонтировала этот ролик, чтобы продемонстрировать, какое удовольствие карелки получают от плавания.